есть алоэ, очень много денежное дерево есть. Разновидности фикусов, молочай миля, потом у меня есть хамиодорея, пальмочки. Да. Много, в общем. Ну да, я любитель. Ага. Мне и на работе много. Просто купили их в магазине, очень нравится. Я люблю особенно кактусы, кактусята развожу. Я точно не знаю, но питонья есть. Ну, раз в год я обновляю землю обязательно, потом удобрения в виде биогумуса, фосфатов. Потом у меня все растения, в основном они любят тень, потому что у меня и дома тенечки на работе. Поэтому я выбираю такие растения, которые любят тень. Ой, за кактусами я редко поливаю, потому что они часто не любят воду, вот, и на солнышке. А у нас солнечная квартира, и поэтому там много солнца, но много воды не надо. Да что, это наоборот удовольствие доставляет. Цветочки полить, покупаем удобрения, чтобы они хорошо росли. Гортензию подарил, она круглогодично цветет. Уход маленький, полив особый. Поливать периодически. У меня мама поливает в основном. Я так иногда землю заново накладываю. Мне нравятся, очень нравятся эти растения, потому что зелень. Я вообще люблю зелень. Вы знаете, я когда иду по городу, я просто восхищаюсь. Я восхищаюсь, а мне нравится, потому что на деревьях птицы. Спокойствие какое-то, успокоить себя. Мысли пришли это в норму. Понимаете? Мы же от природы, мы связаны все. Поэтому и дома хочется зелень иметь. Для свежего воздуха. Есть такое понятие «жилое помещение». Жилая комната, жилая квартира. А более правильно будет понятие, это когда живое. А живым оно будет считаться, если есть там жизнь, есть там комнатные растения, которые живут. Значит, и человеку небезопасно там быть. Дома такое заведено, что мы не дарим букеты цветов. Мы дарим цветы в горшках. Во-первых, это красивая эстетика. Во-вторых, это для здоровья. Все-таки они уменьшают пыль в комнате, обогащают кислородом, я думаю.